Как правильно чистить шампиньоны? В кулинарии есть множество спорных моментов. Например, один из вопросов – как чистить шампиньоны, а конкретнее, нужно ли их чистить вообще? Сегодня мы постараемся в этом разобраться. После покупки на рынке или в магазине с шампиньонами можно поступить так. Промыть от грязи под струей воды, протереть влажной тряпочкой, счистить верхний слой кожицы на шляпке гриба, обновить срез на ножке, обрезать юбочки, удалить темно-коричневые пластинки под шляпкой, срезать темные пятна, испорченные места. Проделывать все вышеперечисленные манипуляции, чтобы почистить шампиньоны, не обязательно. Надо действовать по ситуации. Например, если гриб грязный, его надо промыть. Если потемнел срез на ножке или она подвяла, кончик ножки следует срезать и так далее. Свежие грибы обрабатываются предготовкой в той или иной степени, в зависимости от трех факторов. Степень загрязнения, блюдо, в приготовлении которого они будут использоваться, потребление в сыром виде. Если свежие грибы покупались для жарки, то их достаточно протереть тряпочкой, срезать темные пятна и обновить срез. Мыть их не следует, так как шампиньоны быстро впитывают в себя воду и при жарке просто расползутся. Если же перед нарезкой грибы будут сухими, при обжарке они получаются хрустящими. Если свежие шампиньоны предназначены для фаршировки с последующим запеканием, приготовления крем-супа или начинки для пирога, их можно промыть. Налейте в миску столько прохладной воды, чтобы она покрывала грибы. Добавьте немного муки, около 1 столовой ложки. Несколько раз перемешайте грибы руками. Частички муки в данном случае выступят в роли своеобразного скраба, который поможет легче отмыть грязь. Слейте воду. Теперь чистые грибы готовы к нарезке. Замачивать грибы надолго нельзя. Водянистые они получаются невкусными, теряют свою прелесть. Отдельно стоит сказать про шампиньоны, предназначенные для фаршировки. Для нее используются крупные экземпляры, с которых обязательно следует снять тонкий слой кожи, покрывающий шляпку, иначе он получится жестким. Также у грибов удаляются ножки и темно-коричневые пластинки под шляпкой. Если шампиньоны планируется съесть сырыми, например, в салате, их необходимо тщательно промыть. Многие сыроеды на 30-60 секунд помещают их на противень в горячую духовку для дезинфекции. Отдельно нужно отметить, что в пищу в сыром виде пригодны только свежайшие шампиньоны, возраст которых не превысил 5 дней.